Мне так понравилось в прошлый раз танцевать кросс-дэнс, а тебе? Я думаю, что нужно выучить вторую связку. Андрей, погнали? Итак, вторая связка в нашей системе. Ставим ноги ближе друг к другу. Опять же, мы сейчас разводим, это называется разножка. Первое, что вы сделать должны, поднять пятки и опустить их. Вот такое движение, мягкое, мягкое. То есть это принцип колеса, вы мягко приземляетесь, мягко встаете. Теперь попробуйте мягко опустить себя на каждую ногу. Вот. Вот. Теперь мы делаем первое движение из нашей связки. Мы ставим ногу вперед. Оп. Да, еще. Оп, только ноги пока. Видите, да, движение переходит одно в другое через носок. То есть вы медленно, плавно ставите носок, потом вы переходите пяткой и отставляете ногу. Теперь руки. Что делают руки? Рука, соответственно, точно так же в коалиционном варианте соединяет право с левым. Вы уже видели в первой связке. Теперь наша главная задача – отставить ногу вперед в плавном движении. Оп. 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 То есть рукой мы указываем движение ноги. Что здесь делают бедра? Здесь на самом деле бедра играют, ну, там, можно прокачать бедро. Оп. Да, вот вы, когда вы натягиваете заднюю ногу, то есть вот нога, которая сзади, тогда вы натягиваете бедро. У вас получается практически латин. Оп. Вот. Оп. 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 Окей. Это первое движение в нашей связке. Второй. Итак, следующее движение, точно такое же движение, только с прокачкой. Начинаем его делать точно так же, только ногу оставляем чуть дальше и прокачиваем этот момент. Итак, начинаем. Переходим и отставляем ногу вперед, прокачиваем. Корпус при этом вертикальный, а мы прокачиваем бедро и колено. Помните, да, колено стремится к полу, и вы делаете такой шейк небольшой. Так, это второе движение во второй связке. Теперь третье движение во второй связке. Третье движение мы делаем, то есть это такое движение ноги назад и выброс рук в сторону солнца. Оп, очень резкое, как будто вы толкаете что-то от себя. И, соответственно, в другую сторону, точно так же. Здесь лучше дышать. Попробуем сделать. И. Ну, практически Майкл Джексон, понимаете, это его движение, очень крутое. Вот, ну и последнее движение в нашей связке, четвертое. Мы как бы завершаем круг за счет того, что мы делаем очень плавное, мягкое движение с выдохом. Вдох, мы начинаем руки ставить вверх. Сначала, видите, да, мы все на земле, и пятки, и носочки. Потом мы поднимаем пятки вверх и колени вперед. И идем локтями на колени. Потом сгибаемся, округляемся, движение таза вверх, поднятие опять рук вверх, и вот здесь вы выдыхаете. Еще разок. И еще. Вот. А теперь мы полностью соединим вторую связку. А теперь соединим первую и вторую связку.